Всем привет, дорогие друзья! Я рада видеть вас у нас на канале. Сегодняшнее видео будет мотивационное, поэтому заряжаемся энергией и убираемся вместе со мной. Как всегда, свою уборку я начала со второго этажа. Так как у меня не было неделю дома, то, конечно же, немного накопилось пыли, но и освежить дом стоило, потому что сейчас на улице очень жарко. Я набирала воду со скважины, прям такую ледяную, и ледяной водой протирала на втором этаже пыль и пол, для того, чтобы дома немного было свежо. Ну и плавно переместилась на кухню. На кухне, конечно же, было намного грязнее, потому что были немного заляпанные фасады кухни, так как они белые, на них остаются следы. Ну и нужно было навести порядок в шкафах, потому что супруг сейчас закупаемся немного крупами, потому что на крупы начинает подниматься цена. И супруг в одном шкафчике уже занято все крупами, поэтому он складывал в другой шкаф, поэтому нужно было все это переместить в одно место, доложить крупы в баночки, ну и также навести, конечно же, порядки, собственно, в шкафах. Также я решила поубирать лишнюю посуду, которой сейчас не пользуюсь и которую я доставала, когда приезжала очень много гостей. Сейчас она стоит просто в шкафу без надобности, я ее не использую, поэтому решила убрать все это в коробке. Сейчас я перешла на полочку, где у меня лежат крупы. Достала крупы, которые сейчас нужно мне досыпать в банки, а также доложила туда крупы, которые покупал супруг. Закончила я наводить порядок в верхних шкафах, все там поубиралось. Остается мне сейчас хорошо помыть верхние фасады, начистить стекла стеклоочистителем и перейду на нижние шкафчики. Нужно помыть газ, протереть хорошо фартук, так как я недавно заготавливала вишню. Вишня это брызгала во все стороны, позаляпсывала она мне все, поэтому сейчас нужно это все хорошо поотмывать. Также я уже помыла ложки, которые я использую для приготовления. Они также были в крапинках от вишни, я их все тоже помыла. И сейчас, когда протру все столешницы, все установлю на свое место. We'll be right back.
Закончила наводить порядок на кухне, протерла там хорошо пол тоже прохладной водой и перехожу в гостиную на первом этаже. Сняла с дивана дивандеки, хорошо их протрустила на улице и снова все это застилаю. Сейчас расставлю подушечки и приступлю протирать пыль. Здесь также нужно будет сейчас протереть пыль со всех поверхностей, также с подоконника и протереть пол. Кстати, все никак у меня не дойдут руки отнести тюль и немного ее подшить. Я не знаю, как это получилось, либо швея меня немного не поняла, но она сделала тюль немного длиннее, поэтому нужно будет ее чуть попозже схожу, чтобы она мне ее на 5 сантиметров укоротила. В этой гостиной я убираюсь редко, так как в ней никто не находится, поэтому она всегда чистая. Но вот 2 раза в неделю я здесь протираю пыль и протираю пол именно во всей комнате. А около лестницы, около порога я протираю пол каждый день. С уборкой я закончила, вышла на улицу, нарвала немного цветочков. Сейчас хочу поставить на стол. Набираю вазон воды, устанавливаю букет и сейчас поставлю на стол, чтобы была дома красота и живые цветочки. Закончила я наводить чистоту в доме. Сегодня делала генеральную уборку и на 2-м этаже, и на 1-м этаже, потому что на улице очень жарко и хотелось освежить дом. Воду набирала со скважины, прям такую ледяную, и ледяной водой мыла пол, протирала пыль. В общем, наводила чистоту и красоту. Гостиная комната идеально чистая. Она всегда чистая у нас, потому что в ней никто не находится. На кухне тоже чистота. Пошла, нарвала цветочки. У меня пока только васильки. Такие вот красивенькие, голубенькие, беленькие. И еще каких-то сиреневых нарвала. Какие-то растут у нас во дворе. Поэтому сейчас обед. Будем обедать. На обед сегодня у нас окрошка. И супруг делал лимонад. Потому что жарко, особо готовить ничего не хочется. Из-за такой жары стоять около плиты. Поэтому вчера готовила окрошку, сегодня будет у нас окрошка. А также хочу сейчас немного передохнуть и посолить первую партию огурцов. Огурцов очень много. Сегодня собрали еще 3 килограмма. И в холодильнике где-то около 1,5 килограмма было. Поэтому сейчас вот замочила. Чуть попозже схожу на улицу, нарву листочков, укропа. И хочу посолить сегодня огурцы. 4 баночки приготовила. Нужно будет, наверное, еще 2 занести. Здесь у меня процеживается вода для огурцов. И сегодня еще с утра я успела постирать вещи. Все сушится. На улице вообще штиль, жара. Сегодня около 40 градусов. Завтра обещают еще хуже. Может быть, на выходных съездим, покупаемся. Потому что очень жарко и хочется прям... Все-таки нам нужно было надувать свой бассейн. У нас есть надувной бассейн, мы ребенку покупали. А так как ребенка 2 месяца нету дома, то... Мы его как-то
уже года два вообще не трогаем, а в августе уже надувать поздно бассейн, поэтому, наверное, съездим, покупаемся куда-нибудь. Белье уже нужно будет скоро заносить. Сейчас пойду немного отдохну и потом уже пойду солить огурцы. Уже передохнула, мои хорошие, и приступаю к засолке огурцов. Здесь пошла на улицу, сорвала укропчики, зонтики и листья черной смородины. Прошлые года я добавляла листья вишни, потому что смородины у меня не было, а вишня у нас здесь почти растет на каждом шагу. Такие были маленькие, я собирала листочки вишни. Но теперь у меня появилась смородина, я буду добавлять листья смородины, пока стоит замоченная, пока подготавливаются банки, стерилизуются. Стерилизую я банки в такой вот старенькой мантоварке, она предназначена у меня для этого. Сюда помещаются 4 литровые баночки, что очень удобно и хорошо, так как я все солю в литровых баночках. Следующим этапом у меня стоит вода, которую я буду заливать сейчас первый раз огурчики, а потом приготовлю рассол и уже буду заливать вторым разом. Здесь сами огурцы тоже замоченные пока стоят. Ну а здесь уже сами специи. Чесночок, кстати, у меня уже домашний чесночок, перец черный горошком, лавровый лист и душистый перец. Весь процесс засолки огурцов я снимать не буду, так как это у меня уже есть на канале. Я оставлю потом ссылочку внизу под видео в описании. Поэтому сейчас буду такими отдельными кадрами все снимать вам. Огурчики уже заложила в банку. Одна банка, как всегда, у меня луснула. Вот эти новые банки, которые я покупала, вот с таким вот рисунком, они почему-то лопаются. Она вот здесь вот лопнула, останется как малосольные, съедим. Так было бы 6 баночек, но по концовке, как и хотела, 5 баночек закрутить, так и закрутится 5 баночек. Все, все специи заложены, огурчики заложила и первый раз залила кипятком. Теперь поставила уже делать рассол. Здесь получается 4 литра воды, я добавляю на 1 литр 1 столовую ложку соли и 3 столовые ложки сахара. Если здесь 4, то все умножаем на 4. 4 соли и 12 сахара. Сейчас закипит, солью второй раз воду и залью уже рассолом. И, кстати, у меня, как всегда, когда я что-то начинаю делать заготовки, у меня заканчивается газ. Сейчас огурчики посолю, супруг потом приедет и поставит новый газ. И вот итог проделанной моей работы. В оконцовке у меня 6 баночек, потому что в процессе приготовления луснула еще одна. Одна вот луснула по горлышку, когда я заливала только первый раз просто водой. А вторая уже, видите, лопнула как бы по шву и ушла в сторону. Это уже когда заливала рассолом. Поэтому хотела же одну оставить для, чтобы были малосольные, но так как лопнула и вторая банка, то я решила, конечно, заменить и быстренько все простерилизовала две банки, помыла, постерилизовала, заложила заново, залила сначала обычно рассолом, который уже сливала с этих банок, а потом уже окончательным. И увидите, банки уже есть такие очень старые, где это ржавчина, это не там не остатки, это крышки видно остаются и начинают банки ржаветь, а это новые. Вот новые с такими вот рисунком, вот тоже бывает, они тоже лускаются. Ну ничего, самое главное, я все заменила, все сделала. Остался немного рассола еще у меня. И, кстати, в банке я не добавляю уксус, а добавляю ацетилку. Но так как не готова я была сегодня, ну я не собиралась солить огурцы,
И у меня не было, у меня там как раз было 5 штучек ацетилки, а в одну пришлось добавить уксус. А так, конечно же, я, ну, надо будет поехать, закупиться, солю с ацетилкой. Ну все, осталось мне только прибрать кухню. Очень жарко, я вся мокрая, прям очень жарко дома. А у нас наступил уже новый день. На улицу мы сейчас выходим только рано утром, либо поздно вечером, что-либо делать по огороду, потому что днем стоит очень сильная жара, и приходится работать только вечерами или утром. На сегодня у меня нужно дополоть траву. Я вчера дошла до баклажан, почти прошла весь огород. Осталось вот с огурчиков. И вот дальше, видите, на дорожках очень много травы у меня. Прям дождь прошел, полил это все. Также нужно будет подделать лунки на горьком перце и на баклажанах, потому что при поливе вода с них вытекает. И хочу сегодня еще потравить капусту. Вчера пообрывала все листочки у капусты, у брокколи и у цветной. Поэтому сейчас нужно пройтись, потому что опять появляются жучки, которые были в том году. Ну, их не такое огромное количество, но все равно они есть. Я хочу заранее все это протравить, потому что начинается завязываться головки. Сейчас мы вот эти вот снимем. Три. Раз, два. И там еще одна третья брокколи, потому что они очень красивые. Я не хочу их сейчас потравить, а потом почти месяц нельзя будет срывать и кушать. А все остальное сейчас протравить нужно. Вот вчера прошла большую часть. Помидоры все прополола. Здесь тоже все проредило, потому что... О, здесь только было травы, и помидоры очень здесь разрослись, и черри, и они начали давить баклажаны, поэтому кое-какие веточки я поубирала. У нас сейчас закат такое, солнце прям светит яркое. И вот на сегодня у меня вот такой вот фронт работы, то есть нужно будет потравить сейчас капусту и убрать траву. Супруг пошел за ножом, сейчас принесет нож, срежем их и буду заниматься прополкой травы. Yeah.
Закончила я с прополкой травы, сделала лунки у баклажана и у перца горького, и остается потравить капусту. Нужно это делать быстро, так как сейчас уже появились комары, они очень сильно кусаются. А на этом я, мои дорогие, буду с вами прощаться. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, а также подписывайтесь на телеграм-канал. Всем пока-пока!